В Шадринске были установлены информационные столбы туристической навигации, указывающие направление на самые интересные исторические объекты нашего города. Один из них находится на углу улиц Ленина и Карла Либкнехта, около ШГПУ. Другой на углу Михайловской и Комсомольской, около кинотеатра «Киномир». Расширение системы навигации в историческом городе – это задача одна из самых краеугольных, потому что если мы хотим, чтобы наш город был, так сказать, в развернутой туристической индустрии, нам необходимы обязательно вот такие точки, в которых будут размещаться объекты навигации. И, конечно же, чем больше вот таких объектов на территории города, там, тем лучше не только горожанам, но и гостям, прежде всего, города. Тем, кто впервые приезжает на территорию нашего муниципального образования, тем, кто сюда приезжает регулярно, в тот же наш санаторий, допустим, «Жемчужина Сурали», либо на мероприятия регионального и городского значения, чтобы для гостей нашего исторического города было проще добраться до того или иного объекта культурного наследия. Система туристско-ориентирующей информации должна стать важнейшей составляющей качественного и безопасного обслуживания туристов. Любой человек, впервые посетивший Шадринск, сможет легко найти нужные ему туристические объекты, памятники архитектуры и культуры, которых в нашем городе достаточно много. И не только гости, но и сами жители Шадринска смогут узнать, какие достопримечательности можно посмотреть в нашем городе. Город Шадринск является вторым по количеству объектов культурного наследия среди малых и средних городов Уральского федерального округа после Тобольска. У нас их по перечню 160 объектов. Для чего создаются эти знаки туристской навигации? Для того, чтобы включить все эти объекты культурного наследия в туристическую работу, для того, чтобы их посещало как можно больше людей, для того, чтобы туристам было комфортно находиться в нашем городе и чтобы они могли посмотреть как можно большее количество наших достопримечательностей. Для самих горожан эти знаки туристской навигации тоже могут иметь большое значение. Мы с вами каждый день проходим по одним и тем же улицам. У нас замылился взгляд. Мы уже не видим наших красивых резных наличников, нашей лепнины, наших прекрасных старинных особняков. К сожалению, из 160 объектов культурного наследия у нас с каждым годом их становится все меньше и меньше. И вот третья задача этих столбов, я думаю, это показать, напомнить о тех оставшихся объектах культурного наследия, напомнить администрации города Шадринска, собственникам жилья, меценатам о том, что нам нужно сохранить наше культурное наследие. Система туристской навигации создается в Шадринске благодаря государственной поддержке развития туризма и туристской деятельности в рамках программы «Развитие туризма в Курганской области». Последующие несколько лет работа по созданию системы туристской навигации будет продолжена.